Сегодня они в зрительских креслах, хотя обычно собирают залы. Курянка Алина Головенко – победитель многочисленных творческих состязаний. Быть первой ей помогает виолончель – инструмент, выбранный сердцем. Мне очень нравится тембр виолончели. И виолончели, она подражает голосу человека, то есть она как бы поет у меня в руках. Играю я классическую музыку. Любимые композиторы Брамс, конечно же, Бах, и еще нравится Бетховен. На встречу приехали одаренные дети со всей области. Елена Зайцева из Железногорска доказывает, юный возраст не помеха мастерству. Девушка занимается в школе народных промыслов «Артель», плетет из соломки и ткет гобелены. Жизнь наших предков – один из любимых сюжетов. Славяне, они как бы, ну, в старину как-то ты вспоминаешь это, окутывает все это, ну, как-то интересно очень. Я такие работы очень люблю, маленькие детали, все, я очень кропотливо к этому отношусь, ну, делала довольно так, может, полгода примерно. Внимание плюс материальная помощь. Участников встречи назначили именные стипендии и вручили памятные подарки. Поддержка одаренных детей – важное направление в работе администрации области. Дети – избитая фраза «наше будущее», но на самом деле тот уровень образования, который сегодня демонстрируют наши молодые земляки, юные совсем еще, говорит о том, что у нас очень высокий уровень образования. Это и средние школы, и университеты. Это наш фундамент, фундамент нашего развития. Педагоги и родители юных талантов также получили дипломы и благодарственные письма. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев, телеканал «Семь».